лететь домой. Не, я домой не полечу, не поеду домой. Не хочу. Что там делать? В казино играть? А в доту? Тетя Ира, я уже написал, она думает, что я шучу, чтобы хату продавала. Но. Компьютер через мазоху, наверное, буду продавать. 80 на 30. Топ-пример. Передай привет Кириллу Зырянову. Скажи, чтоб возвращался в Звенигород, мэн. А, Кирилл Зырянов, возвращайся в Звенигород, тебя там все ждут. Особенно лысый. Все ждут. Да тут неплохие тусовки, но вот сегодня нам предстоит познать, что такое кука-джомба. Но отзывы, я вам говорю, я почитал отзывы от иностранцев. Они довольно негативные. Из-за официантов, которые нихуя не делают, работают только за чаевые, и причем бешеные. Там он, мужик писал, он купил 2 билета себе и дочке в отеле. Ну там, у чувака, который там, бывает, знаете, заезжие. Вон кука-джомба, кука-джомба, 2 билета. Оказалось, что это для взрослых. Его дочь не пустили. Вот. Соответственно, он один попал туда, в кука-джомбу, и заказал крылышки себе. $250. Обошлись ему 5 кусочков крылышек. $250. А каких это нормальностях может... Это причем один комментарий. Другой комментарий о том, что там, купили столик VIP за $600 на четверых. Смотрят, а там уже другие люди сидят. Когда будешь творить треш и шоу, подкатывать к людям, просить их делать что-то за деньги. В бедных районах это актуально. Или включил режим деда? Не деда, а... пердеда. Надо попробовать. Смысл шляться есть пару недель по телям бомжатским. Если можно на эти деньги купить билет к Америке ТВ, оттуда уже в ВСЖ. Вот это для тебя будет круто. Билет к Америке ТВ, ты думаешь, в Америку меня пустят? Чтобы в Америку попасть, пацаны, нужно, бля, как много макарон. Чтобы в Америку попасть, нужно отсидеть. Подготовить и... портфель, как его называют, это легко. Ну реально, подготовить портфельчик, это изи-бризи. Там НТВшники сами все сделали. Байден взял другую политику по отношению к мигрантам, более благосклонную. Okay. Yes. Okay.
пойдет, такая пойдет. Ну. И там проще, короче, теперь получить пристанище в Америке. А Таиланд закрыт. Выбор там. Вот Русин какого хотел, чтобы был Таиланд. Но изначально Израиль. В Израиль прогорело целых 2 билета, блин. По сколько? По 20 тысяч. Как у вас там с Матильдой? Она писала мне, говорит, что ждет совместного покорения. Да, у нее сегодня ведь дебют должен был быть, или был уже, на OnlyFans. Very nice, good. Даррен Шарлот. Very nice, good nice, good night. It's beginner. Хованского поддерживаешь и считает его правильно, что посгдили или неправильно? Я считаю, можно было обойтись домашним арестом. Домашним арестом можно было обойтись. Но. Это слишком жестоко. На 2 месяца тупо кикать. А потом еще... Там ведь срок захуярят. Типа, ну, вообще не отталкиваются от того, насколько человек безобиден. Все под одну гребенку по факту хуярят. Ну, типа, этого совсем это не... Это как вот есть в спорте засудить, да. Просто судейство идет. Самое натуральное. Наркоту еще нашли. В смысле наркоту? У него наркотики нашли? Албек Визмачатка.